все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Поезжай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Готовь следующую бомбу. Здесь слишком много резервуаров! Маленьким нельзя давать оружие!
Веселишься, время бежит. Еще один. Бежит. Еще один. Занимай пулемет. Я иду внутрь. Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта.
медленно, потому что болтает с Хойтом. Хойт болтает со многими рекрутами. Он говорил с Марсом. Где он теперь, а? Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А! Привет, парни! Входите! Присаживайтесь! Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Райс. Я. Отвечу. Добавим интриги. Я отвечаю. Я отвечаю. Я пропущу. Райс. Отвечу. Отвечаю. Чек. Поднимаю. Только же. Отвечу. Одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Поблажку, как человеку семейному.
пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. Не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Учился я годы твоего рождения, сэр. Ну давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья. Они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Ты не можешь выиграть. Все карты у меня. Так чего же ты боишься, а? Мой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Я тебя не слышу! Сюда как можно быстрее! Что за хрень? Аэропорт уже близко. Будь там, Райли. Черт! Вот еще не хватало. Вот хрень!
Ого! Этот парень убил Хойта! Убить его! Ралли должен быть в одном из этих зданий. Эй, я здесь! Слава Богу! Получилось. Слава Богу. Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда. За мной. Я уж думал, что не увижу тебя. Убить его. Черт. Вертолет водишь? Нет. У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Ты один! И ты слаб! Боже мой, боже!
Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо, хорошо, я смогу, смогу! Да, ладно! О, это круто! Кто тут? Лиза? Дейзи? Оливер? Черт! Доктор Э? Эрнхард! Джейсон? Где они? Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Прости. Они забрали твоих друзей.